подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть. Арслан, сделай так, пожалуйста, мне для клипа надо. Слушайте, везет. Походу, мы тоже там везет. Осталось 7. Я сейчас просыпаюсь уже. Ну еще 5 минуточек. Еще 5 минуточек. Третий ход. Левел обилка. Ну можно просто, да, прокрутить. Ничего не дает, но... В минус тоже не играет. Так что пофиг. Так, и тут вопрос, кстати, призывательница, либо... Может, пашмарка, кстати, забрать? Мне пашмарка, кстати, тоже довольно хороша. Мне-то нет, это что-то за это двоится. Пашмарка может давать, дайте призывательницу, что ладно, окей, куем. Горе, так. Через мехи тут сильно. Сансучатры, которые дают голду обратно, да, довольно сильные карты. Но я буду здесь пытаться через Маракас и Блюз играть. У меня герой на все это прям хорошо, по идее, ну... Должен, по крайней мере, работать. Но самый крутой, что вообще можно собрать. Кстати, самый крутой, наверное, все-таки Лемы. Лема сильнейшая, согласен, да. Лема самая сильная здесь. Может, кстати, не пробовать тогда собирать. Ух ты ж. Мне по четверке надо что-то вообще, если по Лемам. Не, по Лемам все мусорные. То есть, если я пытаюсь Лемов делать, то я сейчас сделаю сюда. Просто бесплатно. Нашел. Готово сейчас, век. Я хочу пока левел сделать, на следующий это раскручу, верно? Блюз. Но я уже давал эту штуку в лемов, а не в наг, чтобы не тебя лутать. Хотя зачем я его тогда забрал? Ну, по-моему, не так важно. Ну, мы в это играем, ребят, мы в это играем. Пошмарно, то просто должна давать пылы, которые дают нам элемов. Можно пробьют. Это можно, но... Я и брал персонажа этого специально, чтобы играть именно на самом деле в блюдс, но... А что спылы обычные? Давай золотые спылы. А, блин, это был золотой, фак. Ладно, не так важно это все на самом-то деле.
почему? Я в другую хочу играть. Ну, пока так. Это мне, возможно, поможет левелапнуться, а потом с этого всего перебудется. Может быть. По кайфу на Рено с двумя волчениями. Ну прикольно, ты можешь одним не жадничать. Хотя в любом случае, возможно, какой-то будет сильнее персонаж, который быстрее себе найдет какую-то, ну там, не знаю, пятерку или типа того. Вот как мы Бран нашли вот здесь вот на панде. Нам повезло, ему просто начали скручиваться, и не нужно второе злочение. Одного более чем хватает. Я неплохо будет золото. Ну там он много слотов на себя требует, то есть ты должен продавать сейчас прям кучу сала. На что означает череп снизу карту? Присмерт это хрип. Секущая аномалия Рено имба, да, лучший. Как Джандис. Почти. Что было правильно забрать? Тебя продать. Так, ну мы сейчас делаем. Че так спылов-то много у меня в руке? Номи! Ладно, пойди, найс. Да ладно, Элема сильнейшая просто. Учитывая, что нет мурлоков, это больше всего слотов на себя наберет.
Почему так говорит? Так, ну ничего, ничего. Просто смотри, расслабься, смотри. Пошла круто срочная, да? Она сейчас немного сплав дает и нормально. Ребят, да-да, я и Номи скипнул, я там и Нак скипнул, все верно. Это надо, ребят, делать так. Будем тебя забирать? Нет, не будем. Как будто всего только успеть теперь. Ну где? Где? Где Ракаменталь? У него уже будет Ракаменталь. Вообще голда у нас бесконечная просто, но нужен ракаменталь, чтобы усиливаться. Пока шел ракаменталь закончится, но не трубач, я думал, там будет ракаменталь, надеялся на это. Хотел мне с Дарнозом украсть, это нет смысла. Кстати говоря, Дарнозм дает копия обычной карты, ну, по идее. Но здесь так не работает. Пам-пам, пам-пам. Да боже мой. Мне кажется, я получу быстрее откуда-то с трубачей ракаментали, чем так с роллов я найду. Нужно больше, нужно больше. Вот у него элементали жесткие. Похоже, у него ракаментали буду воровать. Чем ролишь? За ролл эта штука дает, видишь, 56-56. Это хотя бы какой-то баф идет, учитывая, что и ролл еще дает тебе ракаментали, шансы, много всего дает. Теперь как, ребят, с карты из руки выкинуть, чтобы можно было что-то сорвать?
Блин, не знаю, мне кажется, надо плохо, надо, мне кажется, аркометалли больше находить. Нашел, да. Действительно, я поэтому говорю, что Лем это сильнейший, то есть Маракаса просто не справится. У Маракаса нет шанса против такого. Единственный, кто собрал вот это все. Ну, по ней будем слабее, да? Меньше слабее. Сек, а что надо делать, чтобы с ним справиться? Ребят, что надо делать, чтобы с ним справиться? Баблоки-то искать. Баблоки как будто нужны ему маскировки или что-то подобное. Бобьёрш, я думаю, за это закрывашка, но... Как будто я просто мало. Только надо плевать на то голды тут. Мы сейчас крутим и думаем, как с чуваком справиться. Вот так вот сидим. Что же делать против него? Нашли лучше чувака на закрывашку, но как бы этот. Проблемы наши это не решают. Для этого кого-то мало. Okay. Все потому, что у него был один бабл, да, лишнее? На этой наге. Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть!